Эти перестановки были ожидаемыми. Накануне на собрании фракции «Единая Россия» в законодательном собрании области тайным голосованием на альтернативной основе руководителем фракции избран депутат Владимир Киданов. Конкуренцию ему составил Александр Куниловский. Но пока Киданов будет исполняющим обязанности, потому что решение фракции должно быть утверждено Оренбургским политсоветом «Единой России». Неприлично долго занимал три очень важные должности. И даже на федеральном уровне вы видите, что совмещение секретаря, руководителя партии и руководителя фракции, оно не предусмотрено. Это, наверное, даже где-то нелогично и неправильно. Мы тоже не слабые. Мы никогда не были слабые и не будем, я вас уверяю. Но вообще хочу вам сказать, жизнь требует изменений. Жизнь преподносит каждый день новизну и заставляет быть организованными, адекватно реагировать на потребности общества.